Обіцяли, ми обіцяли повернутися вже з дітлахами. Інуся привела весь дитячий садочок, який доводилося з яким бавитися, поки ми тут в ефірі іншим займалися. Що у вас цікаво? Давай познайомимося. Я хочу представити зараз усім телеглядачам нашу малечу. Це Софія Осіпцова. Вітайся. Покажи хоча б привіт. Ось так є. А далі це брати Кирил та Даніл Морозові. Ось такі вони хлопчики. Привіт, хлопчики. Давайте побачимо. Оба побачили себе? Крутяцьки. Ну що ж, ми з вами тоді давайте познайомимося. Тепер хотілося б дізнатися у вас, що вам подобається. От що ви любите? Давай почнемо з Сонечка, що ти любиш? Чим займатися любиш? Наверное, танцювати. Ого, танцювати. Давно вже танцюєш? Да. Подобається тобі? Да. І будеш професійно цим займатися, чи просто так, для себе? Наверное, так. Для себе. Зрозуміло, як хобі. Правильно, кожна дівчина має вміти танцювати. Так, хлопчики, що мальчишки, вам подобається? Мальчишки, а що ви любите? Осинки, конфети, інкебоси. Ще круто. А я пумбу. І я пумбу. І пумбу? А, пумба. Пумба заливається. А бомбу? Ага, понятно. Тут Angry Birds пошел, я так понимаю. Полным ходом. А Angry Birds видели мультик? Вообще, ты в игры играешь, я так понимаю, да? Да. Все. А мультик видел Angry Birds? Да. Да? Все, ну ты... А у меня игра Angry Birds. Вообще круто. Ну хочется еще. На компьютере много Angry Birds вот так. Ты, короче, просто забил компьютер, да, своими играми. Бедные родители. Вот реально сегодня правильно. День защиты еще и родителей. Есть на компьютере Angry Birds с Никой, да, классно. Это ужас. Круто. Кошмар. Я просто сочувствую. На компьютере, да, если я играю в зомби Angry Birds, стреляют они эти цветы. Вообще, что-то. Я так понимаю, есть много версий, да, Angry Birds, ты все попробовал уже. Ну просто это уже, понимаете, мастера профи. Своего дела, профи. Ну что, Вить, вы, я хочу у нас представить есть еще Таня нашу мастерицу, Танюшу. Да, которая стоит так ждет уже, думает, когда же меня представят. А у нас сегодня будет мастер-класс. Ребята, своими руками что-то любите делать? Да? Вот. Вдобавок ко всему, что вы любите, давайте вот Таня нам сейчас вот будет объяснять и показывать, что. Да, это что? Я вот, предлагаю мы как сегодня раз и сделаем, да, порисовать. Сейчас будем творить. Вот, я да. Предлагаю сегодня немного порисовать, мы каждый создадим свою суперкартину. Мультики? Да? Мультики? Ну что, мультики будем рисовать? Да? Все, да. Договорились. Смотри. Итак, Таня, что мы делаем? Что у нас есть? Это будем... трафаретная аппликация. Да, это трафаретная аппликация. Мы сейчас каждый из наших художников создаст, возможно, будущих, вот, создаст полноценную картину, на которой он изобразит то, что он любит. А с помощью грамотных трафаретов, заранее изготовленных, мы поможем сделать красивые сердечки. Сейчас будем рисовать. Ну что, начинаем? Мы это снимем. Нет, мы сначала разрисуем. Сейчас я буду каждому выдавливать. А потом будем снимать. По красочке. Итак, ребята, чтобы вы могли дома это же повторить, Танюш, что нам нужно? Я так понимаю, плотный картон. Просто, плотный картон, либо МДФ. Вот мы сейчас покажем. Да, можешь показать заготовочку. Вот он есть, вот по толщине могу показать. Вот. Увидим. Где-то примерно до полсантиметра, да? 0,5, то есть 0,4. Опа, дальше берем, что еще у нас есть? Нам нужно нанести поверх трафаретный вырезанный аэрокал, то есть мы заранее вырезаем. Можем скотчем пользоваться? В принципе, да, то есть несколькими слоями, то есть у кого с подручными средствами. И еще на пальчике осталось. Вот, можно пользоваться скотчем. Вот, и вырезать потом из него необходимые наборы. Фигурки абсолютно любые можно сделать. Конечно, абсолютно. Все, так что можете творить с нами. Да. Дальше кисточки, понятное дело, пальцами кисточки размазывать не будем. Кисточки и акриловая краска того цвета, который, Логично. Собственно говоря, нам нравится. А несколько еще? Цветов можем использовать? Ну, ты конечно, поняла, надо королеву вытереть все пальцы. Давай сейчас мы закончим с тобой, а потом будем вытирать, потому что я чувствую, мы сейчас будем сейчас все запачкаемся. Так, смотрите, теперь берем вот так. Так, а нам еще тоже еще надо. Сейчас мы тут покажем, уже начнем процесс. И вот так, вот это все серенькое место нам нужно зарисовать. Так, вот это вот, вот эту часть не белую, да, вот все закрашиваем. Давай, я тебе буду помогать. Помоги, дядя Витя. Тут без помощи не обойдусь. Ну не надо меня так оскорблять, дядя Витя. Ну хорошо, Виктор Викторович. Да? О, мы, кстати, видишь? Рисуем пумбу. Давай, рисуем пумбу. Давай, размазывай. Давай, получится пумба у нас. Да? В виде сердца. Давай вот так. Нам нужно все это аккуратненько размазать. Получается у вас? Надо рисовать. Пумбу? Круг. А, круг?
У нас получится сердце. А ну сердце, давайте, кто быстрее? Давай, кто быстрее? Давай, ребят, пока мы разрисуем, я предлагаю нам следующий сюжет. Ну, следующий сюжет, так следующий. Держи, держи. Так. Помоги, Виктор Викторович. Любитель ты пачкаться, я хочу сказать. Так, а давайте, ми чедуємо, робимо так, щоб, давайте, подуємо, щоб воно підсихало. Ви також, якщо робите це разом з нами, то вот дуйте, добре? А ми так, тут машемо, у нас більш продуктивний підход. Ну, ви розумієте, техніка пішла. Техніка пішла далі. Ну що, тепер нам потрібна допомога нашого дяді Віті. О, Господи, це дядя Вітя. Просто тіті Тані треба щось відбувати. Пока наш дядя Вітя отриває. Ребят, а ви любите віддихати? Так. А де ви любите віддихати? Я люблю отдыхать на море. На море? Я люблю отдыхать дома. Дома? Правильно. А как ты дома отдыхаешь? Спишь, да? Да, Полина, а ты как отдыхаешь? Рядом тоже дремаешь? Или нет? Да. Ну он скромняшка, он не хочет рассказывать все секреты. А скажи, как мама Ану и с папой спят? Наверное, храпят, мы будем сидеть, когда. Да? Вот так мама с папой отдыхает. У нас уже готово вообще-то. Так, и у нас тоже почти. У нас вообще-то уже готово. А у нас дядя Витя немножко опаздывает. Дядя Витя заговорился. Есть. Вот так, сейчас поможем Сонечке. Сонечка, а как ты любишь отдыхать на море? Держи. Купаться в море. А ты плавать умеешь? Не совсем. Вот и я не совсем, и для меня это такая топориком, трагедия. Топориком, да? Дядя Витя, сейчас точно тебе что-то оторву. Топориком тоже нужно уметь плавать. Ирина, ну а что, ты топорик. Я плаваю. Вот у меня никак не получается. Я плаваю так и ногами. Викторович, получишь? Да. Да. Ребятки, а в игрушки вы играть любите? Да. А у вас много игрушек? А в до ночи. Аж до ночи вы играете игрушками? То есть с утра до ночи можно, да, прям? Ночью, вот так. А, вы ночью спать начинаете, да? То есть родители только хотят поспать, а вам ночью поиграть. Ну правильно. Что, букву Я все знают? Да. Да? Ну смотрите, мои хорошие, нам нужно вот здесь, вот над нашим сердечком нарисовать красивую букву Я. Самую красивую, какую только можете. А берем, Сонечка, мы с тобой кисточки наши. Мы с тобой более обознанные, мы знаем букву Я. Мы вот сюда вот сейчас выдавливаем красочки. Сейчас давайте каждому поможем, наверное. Да, я тебе наберу. Так, аккуратненько. Есть. Да, Анечке. Да, буква Я делается как? Давай, смотри. А мы сейчас поможем. Давай, я тебе буду помогать. Давай, наберем. Сверху букву Я. Красивую букву Я. Давай. Вот так вот. А у нас с Соней уже получилось, притом очень красиво. Давай. Как у вас успехи? Мы тоже. У нас уже вот-вот. Талантливо писать, это наше, да? Викторович, я вот тут смотрю и думаю, что у Данечки получилось бы у самого намного красивее. А он сам рисует. Я вас поделю, ребят, у нас самое красивое. Ай, красота. Так, ну что, буква Я готова? Давайте, давайте, вот эти мальчики, вечно они копаются. Капуши. Ну есть. Что, мои хорошие, а теперь нам нужно нарисовать вот здесь, где у нас осталось место, именно то, что мы любим больше всего. Сонечка, что мы с тобой будем рисовать? Что мы с тобой будем рисовать? А рисовать, наверное. А что, именно машинку? Давай, а с тобой что будем рисовать? Грузовую или легковую? Кого? Можно нарисовать сердечко. Маленькую. Давай. Что ты больше всего любишь? Один? Можно цветочек нарисовать. А что, мы прям цветочки нарисуем? Давай будем. Так, у нас неординарное желание, у нас желание нарисовать один. Ну, один так один. А или, может, передумаем? Может, Данечка, а давай будет машинки нарисуем? Ты же говорил, что ты машинки любишь. Да, машинку? Отлично. Есть. Да. Так, слушай, ты нам поможешь, да? Да, конечно. Я машинки рисовать тяжело. А вы колеса зарисуете здесь. Давай, да, давай. Передаем эстафету в колеса. Держи, давай, давай. Какой, оба-на, какой здесь красивый цветочек получается. Колесо и колесо. Да, давай я подниму тебе поближе, чтобы тебе было легче. И что еще? Давай. Колесо. А, колеса, колеса. Еще так, хороший. А мы кого-то дябчика посадим? Нет, у нас не будет дябчика за рулем. Вообще без дябчика будем ехать? Это что-то новое. Вообще. Как это мы без дяба? Так, давай еще мы чуть-чуть порисуем. Это такое, да, я выделаю. Так, давай еще бери чуть-чуть.
сейчас. Такая вот такая. Кирилл, правильно, я бы на твоем месте круглая. Подумала перед тем, как выполнять то, что Витя говорит. Да не будем, ладно, не хотите тяпочка, так не будет тяпочка. Антенну надо. Давай еще. Антенну? Правильно, радио, кто будет вообще как слушать? А вы светофор нарисуете? Есть, давай антенну. Светофор не надо, вот. Не надо? Антенку, антенку. Без светофора лучше ездить. Ну, конечно. Вот так. И тут. Конечно, и большая еще. У нас антенна получилась, но ничего. Вот так, да. Так мы... хорошо, чтобы сигнал шел. Ой. Конечно. Чтобы прям давай, телеканал положи. Николаев было видно. Видно прям видно. Даже. Видно. Так. И все. Вить, есть. Вам же сказали нарисовать колеса. А что мы сделали? Колеса нарисовали? Почему они такие у вас маленькие? Почему они квадратненькие? Почему мы квадратненькие? У нас, а ну скажи, у нас круглые колеса? Кирюшечка, не умеет дядя Витя рисовать колеса, да? Ой, кто-то сейчас вот это... Зря. А мы уже полностью. Ябчика он рисовать умеет, а колеса не умеет. Ну, ладно, как учиться. А я умею рисовать. Круглые, да? Вот скажи, круглые колеса. Ты умеешь? Ну, конечно. А ты любуешься собой, я понял. Так. Понятно. У нас переднее колесо немножко круглее, чем заднее. И то есть тетя Таня тоже не умеет рисовать колеса. А, просто Инна доверилась настоящему, понимаешь, сейчас профи в цветах, поэтому сидит и умеет. А я тут вот это отдувайся, да? Ну так, что? Ну что, мы кого еще дорисуем? Кого мы еще дорисуем? А конфеты, Кирюш, мы будем рисовать конфеты? Да? Ну так рисуем. И чудика. Рисуем здесь. И чудика. А мы давай. Чудика будем рисовать. Видишь, Витя, у тебя чудика нет, а у Данечки будет. Я вот чудика рисовать. Я устал рисовать. Уже устал? Ну что, дорисуем два светофора и все. Просто неймовірна краса у нас вже вийшла. Давайте покажемо, що усім тим глядачам покажемо, що у нас вийшло. Так, показуємо. Ой, давайте краса. Будемо коментувати. Так, я сердечко зрозуміла, що угу. Це в нас. Яка сонечко. Квітка саме? Просто квітка, да. Так? Сонечка, як істинна дівчинка, любить цвіти. Все, без розбору і да. Перебору, понятно. А мальчики любить, як завжди. Машинки, ти моя умничка. Розкажи ти нам, що ти тут нарисувала? Мальчики... Вот у меня получилась ромашка такая, не смог. Это вот машинка. Машинка это... и ромашка. Квадратная ромашка получилась. Как конфета, да? Ты конфету, наверное, просто любишь ромашку. А она, как всегда, вот такая буква. Как всегда как у него всегда. Вот такая буква. И машина. И машина, самое главное. Ну что ж, молодцы. Ребята, а ну расскажите нам еще, какие у вас самые любимые игры. Во что вы любите играть? В Angry Birds, понятно. Ты во что любишь играть? Кроме Angry Birds, может что-то еще есть? Мультики. Просто мультики. Лагбум. Лагбум. Сонечка, а ты любишь играть? Я люблю играть в волейбол. О, спортсменка. Круто. А вы что-то спортивное такое любите, кроме компьютерных игр еще? Бегать любите, догонять друг друга, наверное, что? Вот так я бегаю. Очень быстро. И на скорость. А я вот так. Еще быстрее, да? А подарки, ребят, вы любите? Ну, это любят все. Ну что ж, девушки, мы вручаем первой. Давай. Сонечка, это твой подарочек. Спасибо, что сегодня к нам пришла. Дядя провела Витя. Вместе с нами эфир. А так, пацаны, раскладываем. Давай, раз-раз, забрали. Все, отлично. Все, вы довольны? Ты довольна? Ну, а мы конфеты тоже вам любите? Спасибо большое говорим. Ну, там найдете. Пока. Пока, все уже.